Родники, спасибо тебе за субскрупно бустера. Да, спасибо. Зачем ты читаешь? Ебать! Мне по что плохо, брата. Ты шо, Славик? Не обзывай меня, блядь. Лудоман, блядь. А я буду обзывать. Не надо. Я тоже. Имею право, блядь. Давай ты лучше... 400 зачем закинул? Закинул так... хотя бы 200. Я закину 400 и выведу 4000 долларов, блядь. Я закину 400 или 4000 долларов, блядь. Мне похуй, блядь. Ну, здорово. Обратите внимание, что сайт приехал, и теперь ForceDrop доступен по ссылке forcedrop.top. Помимо обычного open кейса, на форсе есть сражение, которое сегодня мы и попробуем. Тема такая. Ты и еще кто-то скрываете один кейс, и у кого выпадает дороже ствол, тот и побеждает. При этом забирая лут соперник. О, бустер ревайн, блядь. Сыр, блядь. Блядь, сражение охуенная тема, рубиться так балдежно, блядь. Да-да-да-да. Не-не, какой сын, сыр, говорю. Бля, брат, не расстраивайся без обид. Блять. Так что если тоже захочешь урвать пару кайфовых стволов, то обязательно на плюсик сюда жмешь, ревайнд вводишь и получаешь бонус 30%. Ну а теперь погнали. Ну чё с кефами? Хули опять хорошие такие? Главное, это здесь кефы как раз пилить. А может будем ставить как раз таки? Давай, да, хорошо, давай пробуем. Не, стоп. Посмотрите, смотрите, тут... Бля, давай, я поддержу кофе. Я поддержу кофе. Давай, давай, давай. Мне кажется, крашнет на 1-0. Блядь, смешно, блядь. Оп! Дальше, дальше, брат. Открашай! Все, спасибо. На связь вышел с разработчиком, блядь. Не надо ставить, Слав. Сейчас собирай. Не-не-не-не-не. Слав, давно не было. Очень давно не было. Слава с хуйней рубишь. Оп! Балдёж. Слава, ты с хуйней рубишь? Я знаю. Нормально, нормально, уже 500 долларов, слышишь, бля? Сейчас пойдет дело, нахуй. 400 задонил, говорит, уже 500. Ну я один, да. Ну я посчитал те 400, бля, плюс те 100, которые выиграл, бля. Ну там, грубо говоря, бля, 500. Как вам коэффициенты? Мне нравится. Ставлю сыр. Как вкусно пахнет, запахло едой. В этом захолустье, бля. Малыш! Ты что ли у плиты? Хотя, кто... А чем пахнет бустер? А чем пахнет? Пиздушкой. Пиздушкой. Мясо, балдёж, бля, ёба. Чего пишет, я пёрнул, братишка, бля. Да, я поставил. Я не успел поставить, к сожалению. Но мне кажется, нет. О! Кайф. Пошло дело, пошло. Мы сейчас заработаем, нахуй. Меняйте тайтл, что я решил разбогатеть, мне похуй на стриме. О, у меня член. Летим? Давайте на два ёбнем. Думаешь? Давайте на два ёбнем. Давай. Я на полтора, брат. Я на пять. Я не успел! Сука, блядь. Не, Вадя ебанул. Ты бай, так это... Красный нэк. Просто. Я плюс отвечаю. Не, мне кажется, 2х будет. Залили, я не залил. Мне кажется, сейчас 2х будет. Я поднимаю 4. Косточ, ставите! Как Костыч? Ты уверен, что это Костыч? Откуда у него? Уф, я же сказал твои... Какой 1022 доллара? Да я слышу кусок. Ты чувак с тобой. Ой, пятерка, блин. Я еще до пятерки, я до пятерки лечу! Сколько у меня уже? Уже 600, блядь. У меня 1000 уже. Бля, я твой член хочу так сейчас слышишь. Как на губной гармошке тебе по яйцам поводить нахуй своими, блядь, губами. На что? Сейчас, по идее, мне кажется, до двух будет. Кто будет? Я на тройку ставлю, короче. Мне кажется, до двух будет. Ставьте. Ебанул то, что ты ж ножичек, блядь. С огромным коэффициентом всегда идет хороший тон. Очень часто, поэтому это изи бабки. Еще ставим? Сейчас уже можно на 1.2 максимум. Я уебал. Ой, блядь, чуть нож на 1.3.5 не ебнул, братан.
А, ну что, мог бы вывести еще, да? Бля, я не успел поставить, приколись, братанчик. Мне похуй. Я ухожу с этого сайта сегодня с 4000 долларов, блядь. Я лечу до пятерок, похуй. Ты на пятерок летишь? Куда ты пятерок летишь? Ты чё, авиатор, ебанулся, нахуй, без очков взлетит. Забери на 4. 4, я А пятерок лапался. О, хорошо, как раз я, бля, ставил. Нормально. Ай, бля, 200 долларов, сука. Улетело, просто улетело с тобой. У меня испарение, слышишь, бля, я грипп. У меня ни одного доллара, все. Ебать, я забрал! Я ставлю все на 1.5. Бля, если срывает, я хуй знаю, что делать. Бля, давай. Все, я еще доначу, ухожу с 10 000 долларов, бля. Помянем лудомана, брат. Тихо, тихо, тихо. Ну что, тихо, смел, это просто пиздец. Донать все, что есть сейчас. Заводи, заноси все, что есть у тебя сейчас. Злой кидай тоже бабки, похуй. У меня было 800 долларов. Я знаком с азартом и пошел на кидай. Косточ, Косточ, на 10 я пошел, Лыныч. На 10. Сейчас я тоже 200 рублей закину, подождите. Не закидывайте. Чел говорит, алын на 10, ебашь. Алын на сотку, хуярь, долбоёб, ты чё, очкошник, бля, ширпотрёб, ебал нахуй, слабачий. Мне вчера канал говорит, кидай 1000 баксов, пойдём поиграем, ты долбоёб. Откуда? Чё за хуйня, бля? Окупим обратно, слышишь? Окупаем обратно. Клоу, мне бесит это. Бля! А чё это 2 доллара то? А! Нормально, нормально, просто манибэк сделал. Свои деньги ставлю сейчас на 1.4. Давай, рисковый мужик, нахуй. Сколько поставил? 30 центов, бля. А 2 доллара? Я 200 рублей за донер. Тихо. Тихо. Сюда, блядь. Кайф, блядь. О, дигл классный, это такой. Пламя, да? Да. Базар, братишка, поддерживаю тебя полностью, всеми руками, все твои яйца, блядь, здоровые. Чё, встань? Бля, рисков, у меня уже такие, у меня каждая шмотка уже по 200 долларов. Да не, на 1.2. Поставь на 1.2 свои 3 цента, нахуй. 3 доллара, а не цента, дядь, заметь. А что меньше цента, типа? Или не было? Пенис! Мой пенис, блядь! Да что вы гоните? Что меньше цента, блядь? Пенис, блядь! Ебаный сырник, блядь. Куда хард летит? Не знаю, ну мне похуй, может сорвёт. Крыслики, блядь. Хорошего полёта, слышишь, блядь? Крашный, блин. А, он 1-1, ёбаный блин. Не крашный, блин. Вопросов нет, блин. Что за хуйня? Дайте, давайте обрушайте. Не надо. А ты куда звонишь-то хотя бы? Оставил. Не, зачем пиарить сайт? Ты свой телефон оставил им в контакте? Какой в канале? Зачем пиарить сайт? В канале, блядь. Ну сколько ты, кому ты? Это по важным делам? А, понятно, опять еду не могут, бля. Они уж тебя просто. Они уж тебя просто игнорируют, урон, блядь. Нужно вести паспорт, я все вел, пока они, блядь, не хватает. Блять, опять каравай звонит. Семен, у спахала кись! Бля, братан, все кончилось еще неделю назад, блядь! Блять, ты пиздец. Бля, да чё за хуйня? Я очень хочу насать наебало кому-то. Насы мне, братишка, бля, я хочу нахуй твоего дождика, слышишь, бля, золотистого, бля. Я сейчас сорвёт это. Я знаю. Блять, у меня сейчас горит, мужики. Мне нахуй горит, братан. Нет, я смотрю на вас, я не могу успокоиться. А я выиграю. И сейчас срывает всё, ребят. Я не знаю, что делать. Пойдём, сам наёбнем, вкусного. Хорошо, меня возвращает в строй, меня вернуло в строй, дядь. Нормально. Бля, меня тоже вернуло. Ну все, не торопимся, не торопимся. Главное, ребят, в этом деле, блядь, ну, типа, ну,
не заигрываться, бля. Я, ребят, я не первый день был в индустрии, или наоборот. Не заигрываться. Но я на 5 иду. Как Бобин сказал? А? Здорово, братан. Я сказал здорово, братан. Понятно, иди нахуй, блядь. Не, у на 1-0-1 нет смысла рисковать драть. Ай, сука, пути контра. Ох, одевайся. Это настроение ушло, блядь, пиздец. У меня, бля, я въебал. Сарин, бобёр, бля! Я въебал 20 рублей. Сарин, здоровенный бобёр, бля! Въебай! Ваня! Бля, в жуткие деньги. Здоровенные бобры, бля. Смотрите в кинотеатрах. Бля, ебать, басуха рвет просто. Не, я сказал, я выйду только с 4 тысячами долларов, блядь, с этого портала, блядь. Три раза подряд на 2 ебни и все. Паузе. Слушай, я думаю, блядь, то... сколько? Три раза или 2 ты сказал? Три. Слушай, мне кажется, я только один раз ебну и потом еще раз пополнить на ебну кнопку. Не, ебал, что-то. Саня, это бобер! Ну че он напиздел? Кто напиздел? Чел мне пишет, как же я рад, что тебе вчера свое место показали, не надо вести себя как животное. А как никто мне вчера мое место показал, бля? Когда нас замутили, ебать, им наше место показали, бля. Челы собирают шоу-матч, блядь. Что они хотят? Они хотят, блядь, что-то серьезного, бля. Мы челам просто контент сделали, блядь. Они вам бабки должны. Пусть переводят, там столько рекламы было, там сейчас челы нахуй все уже в салоне Rolls-Royce сидят, блядь. Не, мне, кстати, интересно, там такой выхлоп, мне кажется, был, это пиздец. Блядь, пиздец, сука. Не успел бы стать. Слава богу, блядь. Ой, блядь, куда Духарт, ебаный сырник, блядь. А что там сын залил, блядь? 1500. Походу выходим с сайта, да, бустер? Походу, да, это класс. Смотри, какой банк. Балдежный банк, блядь. Выходим, бля, я не понимаю. Я 200 баксов. Блядь! На их здесь ставь, на их ну, здесь. Ну куда он? Блядь, сейчас тоже рефералку выйду, нахуй, по миллиону будут заливать, блядь. Да, лет по 1000 долларов. У меня в рефералке уже 4000 долларов, я могу сейчас хуярить каждую ставку. А. Ну все, бустер, все выходим. Бустер, а где деньги, бустер? Братан, баланс обнулил. Бля, брат, мне тебя жалко, серьезно. Да мне тоже, бля, 45 тысяч чуть-чуть потратил. Чуть-чуть говорит, бля. Я вас всех обнял, бля, парни, спасибо за всякие приятные слова, которые пишете, бля. Я, к сожалению, не могу всем ответить, бля. Это грустно, но я их замечаю, типа. И плохие, и хорошие, к сожалению, бля, плохие тоже замечаю, бля. Как мне пишут, что у меня хуй мелкий, бля, я такой, ты че, охуел, бля? Здесь же хуй, да, ну нельзя, да, ставить, бля, понимаешь, вот в чем весь прикол, бля.